предварительно установлено следующее. 7 апреля 2024 года в 22.30 на 222 плюс 900 метров в километре автодороги Краснодар есть. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, двигался из города Ейска в направлении поселка Щербиновский. Допустил наезд на неустановленном велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.